Приветствую вас, дорогие друзья. Продолжаем прохождение игры Medieval 2 Total War за Королевство Англии. Так, ну и на чем мы вчера... То есть, ну, вчера, ну и в прошлой серии остановились. Так, здесь мы, в общем, ходы сделали, да? А, вот, вспомню. Хотели вчера штурмануть Венецию попробовать. Так, блин, здесь мятежников не хватает нам. Давайте обойдем его вот так вот. А вот это мы попробуем вернуть себе Венецию. Отлично, вступаем в бой. Развертываем войска. Где тут наша... Ох, ё-моё. Тут у нас артиллерия такая, только одна. Баллиста. Одна путевая установка артиллерийская. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Вот эти, конечно, можно, но от них эффекта меньше. Так, давайте наш этот станок передвинем сейчас сюда мы. Большое органное орудие. И попробуем. Вон тех со стен сейчас мы. Стоп, будет они по ним попадать, интересно, нет? Куда побежали? Давайте вот этих вот лучников. Крестьянных болельщиков. Так, вы пока стоп. Но, походу, они не попадают по ним. Одного только убили. Что у них здесь конница, да? А что я мучаюсь, собственно говоря? У меня же есть тут куча стрелков. Да что такое, блин? Давайте быстренько сюда. И теперь давайте обстреливаем вот этих вот лучников, болельщиков вражеских. Ага, сразу со стен побежали, да? Так, а до сюда достанете? Здесь два генерала, да? Нет, пеший рыцарь феодал один отряд. А, вот они куда перебежали, да?
Так, вот отойдите давайте. Да, больших потерь, конечно, мы не наносим. 55 не всего погибло. Ой, 55 осталось. Можем, конечно, послать нашу пехоту, но мне кажется, их сейчас здесь всех перебьют. Давайте попробуем стену раздолбить. Бегите бегом, это нужно сделать как можно быстро. Да что такое, как мне тут надоело, блин. Быстрее давайте забегайте в ворота. Давайте один отряд попробуем послать на стену, чтобы они забежали. Давайте забегать уже кто-нибудь. Да, ну там всего 19, мы так сразу же не проиграем сейчас. Давайте вражеского генерала хотя бы убейте. Пробуем наш кавалерий прорваться сквозь ряды врагов. Кто там, ваш генерал был убит, да? Отлично, вражеский полководец убить нам уже будет легче. Так, у них вот этот вот самый большой отряд, где он? 44 которых.
Ну-ка, давайте окружаем их. Так, давайте, 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 их уже осталось 36 всего. 35. У них потери 46%, тоже довольно высокие. Продолжаем, продолжаем биться. Ну здесь что, два таких крупных отряда, что 29-31 там еще вон. Давайте продолбить вот эту стену, блин. Чтобы нам сейчас полководцам сюда пробраться бы. Ну наконец-то, блин. Давай теперь пробуем генералам сюда пробиться. Вперед, давай. Поддерживаю атаку. О, все у нас разбежались, а пехота. Блин, у нас войск не так много уже осталось. Давайте по руководствам пока спрячемся. Да что ж вы не бежите-то? Так, генеральские отряды пошли сюда.
Ну-ка, давайте вперед, теперь все силы. Нам вот только не потерять бы нашего генерала, блин. Желательно бы. То как-то он здесь в опасности уже у нас. Давай, 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 бейте, 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 пока не бегут. Мы продолжаем, давайте добьем этих венецианцев здесь. Чтобы уж неповадно было им. Ну, слава богу, правда, если у нас сил, конечно, будет кот наплакал. Кто у них там еще лучники остались? Ну-ка, давайте их перебьем теперь. Арбалетчики. Не давайте им пробраться в центр города. Ура, победа! Потеряли мы, конечно, много, 594 бойца, враг потерял 227. Вернули мы контроль таким образом над Венецией в наши руки. Давайте ограбим их. Сразу же ремонтируем здесь стены. Ох ты, сколько перебучить, кстати, можно. Давайте-ка бомбарду здесь одну сделаем. Еще. Сразу же. Так, ну и нам, конечно, Болонию бы тоже нужно укреплять. Вообще-то ладно, если мы Болонию осадим, надо съесть силы. Так, а мы с ним пехотки будем нанять. Да, все. Ну теперь посмотрим, кто кого. Так, ну что, нажимаем конец хода тогда, значит. Ход мы завершили.
Итак, вот снова перешел к нам. У нас тут произошли кое-какие события. С Венецией направо чуть перемирие. Каким образом, правда? Цареубийство. Советник Паоло. Венемайте безвольный старый дурак. Если он останется на троне, империя падет, страной должен править я, освободить на дорогу к трону. В общем, опять нам убийство. Ого. Это надо аж туда идти. Как он называется там? Забыл, как там называется. Замок какой-то. Рагуза, по-моему. Давайте попробуем. Да не армия такая. А, это не наш убийца. Кстати, может, в Венеции, что ли, еще убийцу наймем? Отношения ухудшились с папской областью сразу же. Так, доклады у нас о строительстве. Сводки новостей, новые задания. Опять убийство. В Венеции у нас раскрыт вражеский агент. Теряем мы наших крестоносцев. Ну, мне это не особо переживаю. Русь нам осадила Тарунь. Так, ну что, начнем, как всегда, отсюда. А, земли еще пока не видно до сих пор. Продолжаем мы путь к Америке. Так, здесь наша армия уже идет подавлять мечи. Черт, нам здесь не хватает хода. Сейчас мы их там захватим. Так. Ну, по поводу Руси нам нужно совершить карательную акцию. Сейчас нашим агентам просветим Новгород. Ага. Ну, тут есть, конечно, не очень много. Казаки с мушкетами. Давайте сейчас подготовим здесь армию пока. Нам бы сюда, конечно, еще генерала бы. Но у нас генерала нету. Сейчас мы пока переобучимся. Пока туда-сюда. Так, здесь у нас, ну что, пробовать Инсбрук брать. Один к одному. Что же, численный враг нас превосходит. Командир здесь более опытный у них. Не знаю, ну давайте. Проиграем, так проиграем. Так, с развертываем, значит, мы войска. Так, начинаем битву. Ух, ё, тут даже как все плохо-то. Сейчас здесь у них две армии,
два их отряда соединятся. Враг сразу же перешел к атаке. Так, давайте, где наш кавалерия? Давайте сюда по крестьянам арбалетчикам сначала. Ой, да что ж такое-то? Что с этой мышкой, блин? Хочешь делать как надо, не получается как всегда, блин. Кто у него там, крестьяне? А сейчас вот этот вот фланг здесь в опасности будет большой, причем. Ну-ка давайте расстрелить его артиллерией. Ой, артиллерией, в смысле. Нашим стюкам. Оп, оп, ну-ка, смотри, сколько здесь бегут. Давайте нашу пехоту сюда все. На спасение. Нашего правого фланга. А вы пока здесь добиваете религиозных фанатиков. Давайте туда, у нас ополчение с арбалетами. Ну-ка давайте общую атаку сейчас попробуем на вражеского генерала. Давайте. Дожимаем их здесь. Один уже убит, да? Давай, второй бежит. Ну-ка, давайте добивать его. Давайте, если вы добьете, это будет победа. Ладно, все войска не имеет смысла за ними гонять. Давайте хотя бы конницей. А, все, он уже убит, наверное, да? Да. Еще один здесь полководец, что ли? Сколько у него здесь их? Давайте бейте вот этого тогда. Ну-ка, бомбарду там. Зацепите. Давайте кучнее окружаем его. Куда? Куда пошел? Отбегает, ну тут пытается отбежать. Добивайте, давайте бомбарду. Так, откуда они еще ведут огонь? А, вон у них где-то требюшет. Посмотрите, сколько у них здесь артиллерии. Ну-ка, давайте сюда вот. Здесь три бюши, бомбарды. Ну-ка давайте бегом сюда.
Вот он еще последний остался, вражеский генерал, нам бы еще его убить бы тоже. Так, здесь кто бегут? Пеший рыцарь феодал, так. Нашего генерала отводим. Давайте сюда, пускай этих он догоняет теперь. Так, короче, вы давайте вот этих вот. Вы вот этих вот. Так, старайтесь их добить. Потому что это очень важно. Так, ну мы пока побеждаем. У нас потерь меньше, чем вражеские. Это кто у него? Ополчение с арбалетом. Давайте, ополчение с арбалетом бейте. Бейте, бейте, давайте, ополченцев с этим, с арбалетами. Так, все, они бегут, давайте, нагоняйте их теперь. Тут тоже бегство врага сделалось повсеместным. Бегут они в совершенно разные стороны. Враг, похоже, решил отступить с поля боя, спасти хоть кого-то. Но им, правда, это уже не поможет. Сейчас мы их заблокируем там все равно в замке. А взять и замка, это уже вопрос времени будет. Да, он уводит остатки своих войск. Вылавливаем нашим генералом тех, кто еще остался. Давайте вот тех он теперь. Еще одна ополченец с арбалетами. Потеряли они 63% своего войска. Уже почти под 70. Ну ничего, главное, мы их силы все равно разгромили. Осталось у них здесь совсем немножко. Давайте ускорим ход игры, потому что все равно он отступает. Продолжим битву. Попробуем, может быть, кого-нибудь еще нагоним. Хотя вряд ли. Так, здесь уже убежали. Еще кто-то вот здесь у него остался. Вон бежит какой-то отряд, тоже бегущий. Вот тут один человек всего остался. 404 пленных, вряд ли он их выкупит, даже если мы предложим. Отпускать их тоже не будут просто так.
Ну все, можно сказать, чистейшая наша победа. Потеряли мы 353 воина, враг потерял 810 и 70. 880 бойцов потерял враг. Осталось у него капли в море вообще. Совсем немножко. Наш полководец аж 5 единиц опыта получил за это сражение. Какой... Ну так и знал, что, что продолжение выкупа будет отклонено. Да, все они, все силы они в замок направили. Осаждаем замок. Осталось, конечно, здесь немного войн, но посмотрим, может быть, пойдем на штурм, а может и нет. Хотя здесь штурмовать-то, в принципе, и нечего. Ладно, мы в следующей серии все это сделаем. Но сейчас уже закончилось время. У нас новый человек в свите, Тостик из Тетчима. Еще один последователь присоединился к свите этого человека. Людям свойственно следует за тем, кто значительнее их. Ветеран. Этот человек повидал много битв, всегда сражался до последнего. При этом не забывая о товарищах. Плюс один к личной безопасности, плюс один к авторитету при командовании пехотой. У нас, в принципе, здесь солдаты уже не так мало осталось. Не так мало. Довольно-таки много. Но не знаю. Стоит нам рисковать. Четыре звезды у него авторитета. Этот человек неплохо разбирается в тактике, но на больше он не способен. Благородства вообще мало. Верность почти до конца. Благочестие не очень много, так средний. А ему 22 года всего. Видите, какой талант. 22 года такую победу нам принес. Давайте его женим, что любим. Вот на эту вот. Все, сыграли мы Костику свадьбу. А где он, кстати, там Костик из Тетчима? Верность до конца теперь у него стала. Такой молодой, можно сказать, многообещающий командир. Где он, кстати, у нас? Ричард Адамс, это не тот. Вот он, да, вот он. Тостик из Тетчима. Так, ну что? На этом мы нашу серию завершаем. Продолжим мы уже в следующий раз. Так, а сколько татин был? 10 ходов. Все равно Инсбург, конечно, падет. Наконец-то разобьем мы Священную Римскую империю. Долго мы с ней мучились. Так, ну и тут, правда, у нас с венецианцами теперь будут серьезные проблемы. Кстати, вот эту вот армию, наверное, можно здесь вот зажать на мосту, если что. Потому что вот эту армию нужно по-любому громить. Потому что он здесь еще подкрепление уже подводит.
Нам вот крайне невыгодно иметь здесь врага. Попробуем мы, конечно, разбить его здесь. Кстати, набрали мы здесь уже нашу эскадру. Ладно, все, следующий ход мы сделаем уже в следующей серии. Тут наконец-то мы начали уже вклиниться непосредственно сюда. Я думаю, нам здесь осталось не так много до берега-то. Должны мы скоро доплыть. Еще, может, парочку-трешку серии, наверное. И доплывем. Ладно, до новых встреч, всем пока.